социология, что вот таких вот явных последовательных русофилов условных, то есть поклонников Российской Федерации, Кремля, Путина, не более 17-18% населения. При том, что 10 лет назад это было более половины населения, безусловно. Вот можно отталкиваться от цифры каждый пятый. Это если брать идейных или, то, или прямую агентуру, которая на подкормке? Ой, там, это, знаете, там Инстаграм не разберешь. Это такая сейчас смесь людей откровенно глупых, людей, которые заинтересованы, имеют какие-то связи финансовые, агентурные, другие –